О создании стратегического регионального партнерства между Германией и странами Центральной Азии объявлено по итогам саммита в Берлине. Встречу в формате 5+1 в немецком правительстве назвали исторической по объему обсуждавшихся вопросов. Лидеры центральноазиатских государств открыто говорят, что отмечают глобальный рост интереса к своему региону после вторжения России в Украину. Среди ключевых тем берлинской встречи – рост товарооборота, прежде всего поставок сырья. Германия выразила заинтересованность в увеличении поставок нефти в обозримом будущем и экологически чистых энергоносителей, например, водорода. На этом фоне в Германии вновь отмечают аномальный рост в последнее время товарооборота с одной стороны Центральной Азии с Европой, а с другой – этих стран с Россией. Эксперты называют это свидетельством обхода антироссийских санкций. В то же время еще накануне в рамках берлинского глобального диалога президент Казахстана заявил, что его страна однозначно будет следовать санкционному режиму.